Объем инвестиций – порядка 650 миллионов рублей, а мощность в первой очереди – 250 тысяч тонн в год. В 2019 году в Ульяновской области заработает завод по производству сухих строительных смесей различных марок и области назначения. Начиная от простого бытового материала для ремонта жилья, заканчивая высокотехнологичными смесями для сложных технических конструкций. Планируется, что выпускаемая продукция покроет весь строительный рынок Поволжья. Завод запускаться в несколько этапов. Первый этап предполагает порядка 50 рабочих мест на данном заводе. И с каждой новой очереди будет увеличиться количество людей, которые работают здесь. Мы действительно получили здесь хорошие условия и, в принципе, уже получили много помощи и в выделении участка, и в заключении договора. Для корпорации «Седрус» это уже четвертый по счету завод. Основное производство и головной офис находятся в Коломне. Свою продукцию они также выпускают в Адыгее и Ставропольском крае. В Ульяновской области производственному комплексу присвоен статус особо значимого инвестиционного проекта. Соответствующее соглашение с компанией руководство региона подписало еще 4 года назад. Предприятие расположится в Сенгилеевском районе, вблизи поселка Красный Гуляй. На днях на территории будущего завода состоялась церемония закладки первого камня с участием губернатора Ульяновской области Сергея Морозова. За последние 10 лет, которые мы активно посвятили развитию инвестиционной деятельности, таким образом нам уже удалось привлечь почти 1 триллион рублей. А это, соответственно, дало возможность резко нарастить объемы налоговых доходных источников в Ульяновской области. Сейчас в Ульяновской области на стадии реализации еще 44 инвестиционных проекта. Их завершение позволит трудоустроиться 7,5 тысячам жителей региона. Рената Алиулова, Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды.